являюсь головой областной спілки областного об'єднання «Дніпровський пасічник». Наша команда на сьогоднішній день, я бачу, так розрослася в таких масштабах, що нам вже не вистачає тих приміщень, в яких ми проводили свої виставки, конференції. На сьогоднішній день ми орендували приміщення «Металург» на лівому березі Дніпра. Я бачу, дуже багато людей прийшло, і ми задоволені. Ми робили рекламу разом з обласною радою, а також аграрним університетом. Ми провели дуже велику роботу в плані реклами. Що я хотів би сказати? Хотів би сказати, що наша організація проводить дуже багато, я вважаю, багато, як для нас, дуже важко, ми громадська організація, і це особисто наш час, який ми тратимо для того, щоб об'єднати пасічників в нашій області і не тільки. На сьогоднішній день у нас на цьому році, починається грудня місяця, у нас проведено, 1 грудня у нас було проведено семінар на базі теж тут Орловщина, база шикарна, от завода «Южмаш», пансіонат «Лісний». Було проведено конференція по відтворенню української степової породи бджіл. Нам дуже це приємно, люди багато відкликнулися, з'їхалися. І зараз на сьогоднішній день приїхали два доповідача по українській степовій породі. Зараз Черетовати Володимир Федорович Черновецький, аграрний університет, дуже доповідь цікаву. А також Терентьєв Сергій Олексійович, Київська область, він теж переймається цим питанням, він дуже болить на Київщині. Вони як той локомотив, який, я надіємося, що ми за ними будемо йти, тому що вони ближче знаходяться територіально до наукових центрів, які знаходяться в місті Київ. Тому їм легше працювати з науковцями, і я думаю, вони протопчуть ту стежку, дорожку, по якому місті будемо йти. Також у нас було проведено семінар по апітерапії. Також у нас було проведено семінар по промисловому бджільництву. Дуже було багато пасічників, з'їхалися з усієї України, було дуже цікаво. Захід такий дуже обширний, нам дуже все сподобалося. Починається озеленення, защита наших защита наших всіх, проблематика нашої галузі. Також завершення було семінар, у нас був в кінці лютого, зв'язаний був з п'ятими медами. У нас на сьогоднішній день в місті Дніпро створена громадська організація від гільдії медоварів України, її очолює Куцак Ігор Володимирович, молодий перспективний парень, який дуже багато проводить роботи з нами, початківцями медоварами, до яких я теж відношуся, і ми, звісно, багато вчимося, і нам ще дуже багато треба вчитися в цьому напрямку. Ну, я теж запрошую, кому цікаво, приєднуйтесь до нас, у нас вже є офіційно статус такої громадської організації. Вона нас, між того, об'єднана в обласну організацію з Криворожцями, ми об'єдналися, об'єднилися, вибрали собі обласного голову, Лєпухов Геннадій Вікторович. Ну, в цьому напрямку ми працюємо. Ну, сьогодні це завершення цих всіх мероприятий, які в нас прийшли, вже реклама ж у нас була зроблена зарані, ми проводимо вже всеукраїнську виставку, науково-практичну конференцію, а також виставку, ярмарку. Чому так? Тому що зібрати пасічники, особливо весною, просто щоб погода втратила в цьому році, дуже важко. Тому ми об'єднуємо одразу два напрямки. І практичні заняття наукові йдуть, лектори прекрасні запрошені читають нам, а також ми проводимо от цю ярмарку, яку люди можуть приїхати, поміняти машину, купити собі оборудовання і все остальне. А також на вході для місцевих жителів все в нас виставлена продукція, то, що я перечислив, і меди, і питні меди, і продукти апітерапії. Тому так. Я бачу, Сергій, що сьогодні на виставках в місті Дніпро просто шумить, як у вулику. Що ви можете сказати на будущее, якщо ви плануєте, які у вас плани? Ну, останавливатися, звісно, ми не будемо, ви розумієте, тим більше у нас хлопці, команда молода. Статистика така, що, знаєте, кажуть, зараз стагнація економіки в державі, ну, війна, ми розуміємо, це трагедія для нації. Я ж кажу, дуже важко розвиватися, всьому перестраюється. Ну, для пасічника, як на мене, зараз золота ера. Тому що дуже багато молоді йде в галузь бджільництва. І коли все-таки молодь, у них другий підход, у них друга логістика, у них другі погляди на це. І ми от учимося, у них
якби дуже яким-то моментом положительним те, що нам подобається. Тому до нас вже виходили з пропозицією хлопці, в частності Фадеєв, і казав, що можна у вас там провести семінар тим, кому до 45. А мені на сьогоднішній день вже 50, я не попадаю в цю групу, десь мене вже жаба піддавлює, скажу чесно. Ну ми цю ініціативу приймаємо, якщо хлопці щось запропонують цікаве, ми з захватом організуємо тим, кому до 45, і що-небудь предлагати, я не знаю, ну, ідея дуже цікава. Дякую, Сережа. Від всіх бджолярів. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Василь Паламар. Василь. Скажіть, будь ласка, скільки років ви вчили в вчительнінстві? Від народження. Від народження? Ні, ну так, по-серйозному десь 16 років. Угу. Вже самостійно. Ага. У вас багато вчила сім'ї? 150. 150. А вам родина допомагає? Так. Повністю, так? Ну, бачить, ми там все... Так, так, допомагає. Ви зараз приїхали один, без групи підтримки, так? Ну, як, є колеги, але є колеги. Ну, самі приїхали. А ви звідки взагалі? З Чернівців. Чернівців? У, це далеко. Я керівник асоціації бджолярів Чернівецької області. Так? Дуже приємно. Приїхав підтримати колег. Угу. Добре, дякуємо. Будь ласка, представтесь. Як... Міхеєв Антон Євгенійович, глава асоціації пчеловодів Луганської області. Ой, дуже хорошо. Асоціація називається «Медова артель». Угу. Я сама з Луганщини. Да? Да. Організувались от якраз в кінці 2017 року. Планируємо бурну діяльність. Вже так би є у нас, вибрали на цей сезон два направлення: потрава пчел, защита пчеловодов. Зараз працюємо в цьому направлении, вже є успіхи, збираємо. Вже було у нас 6 нарад по районам, збираємо фермерів. И находим общий язык, да, с помощью обладминистрации там и губернатора, и всех остальных. Второе направление выбрали сейчас, пытаемся начинающим пчеловодам помочь с грантами там и всем остальным, то есть подтягиваем ФАО, там ПРООНовские гранды и всевозможные программы создаем тоже для начинающих пчеловодов. Ну, это на этот год такие планы. А для уже как бы существующих пчеловодов тоже есть проекты, но мы просто уже начало сезона, сезон начинается, уже не успеваем. Это будет ближе к осени там. Вы еще с Луганска, это чисто... Нет, город Рубежно, ассоциация, сейчас же ну, получается областной центр Сердонецк. Ассоциация зарегистрирована в Сердонецке. А я рядом, город Рубежная проживаю. Я почему спрашиваю, ну это не для камеры, я сама с Брянки. Да, родилась. Сейчас, это мы сейчас программа получает у нас 25 грантов, получает Станично-Луганский район, начинающий пчеловод, 25 человек. Вот сейчас их затянем в мае месяце, получат 25 грантов для старта. Скажите, ну вы же сами пчеловод. Да, у меня 150 пчелосемей. Да. Какая у вас система ульев? Рутовская система многокорпусная, у меня вся пасека химэкселеновские, ульи полиуретановые, вся пасека полностью. Поэтому стараемся, работаем, придумываем что программы для молодых. Ема, это для Александра Пасечника? Да. Ема. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Иван. Иван. Да. Откуда вы приехали? Запорожская область. Да. Села Новгород, Розовский район. Не, да, да. Не адрес не надо. Я понял. Скажите, пожалуйста, что вас спонукает на украинской мове приезжать на такие мероприятия? Это моя первая выставка. Это первая, да? Да, да. Ну, в Харьков не попал. Первое, хотел увидеть Александра Пасечника и Ивана Фаброва. Это мои кумиры, да, это ну по Ютубу.
Второе, хотел найти нормальные улики, купить себе, ну, блин, не нашел еще. Да, а какие именно вы хотели? Какой-то фирмы определенной? Не какой-то фирмы, просто хорошего качества, просто потому хорошего что сейчас тяжело найти, да. Угу. Только общаться с людьми, все. Скажите, сколько вы лет в пчеловодстве? Ну, скажу, не поверите. Поверю. 6 лет, да, мне сейчас 19 лет, но... 19? Да, да. Так. Еще. А кто у вас, ваши вдохновители, ну там, дед, папа, может быть? Дедушка. Дедушка, да? Да, 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 да. Он умер, ну, я как бы перехватил это дело немножко, сейчас занимаюсь. Ага. Сколько примерно у вас ульев, ну, семей? Примерно где-то 60. Примерно 60? Да, да, да. Ага. Какая система у вас? У меня есть все, что угодно, все. Да. Лежаки, лежаки, многокорпусики, 16, 12, 10, всего понемножку. Ну, может быть, что-то вот интересное расскажете, какой-то случай на пасеке, вот просто интересно, может, как-то рой вылетел, ну, что-то интересное такое. Интересно, для меня на пасеке все интересно, но я это для меня вдохновление, все. То есть, это ваше... Как чего-то интересного, блин, ну, я так сейчас сразу не придумаю, ну, как бы не вспомню. Я понял. Кому-то, может, хотите передать привет? Привет, ну я не знаю, если меня будут смотреть, хочу передать привет всему своему краю, потому что я один с района поехал на эту выставку. Угу. И всем своим друзьям, пчеловодам. Завидуют, да? Да, ну не завидуют, но пускай, может, меня посмотрят. И просто хочу, чтобы люди с моего района больше, ну, как бы, посещали такие мероприятия. Что хотите пожелать производителям вот, продукции пчеловодства? Производителям? Ну, хорошей торговли и адекватных цен для нас. Все, спасибо большое. Да, вам спасибо. Уже, да. Так, ну, представьтесь, просто имена, фамилии, там, домашние адреса не надо называть. Виктор Асканиапад. Василий Родин, Алексей, менеджер компании. Вы посетили, часто посещаете все эти места? Постараемся. Да? Сами сколько семей держите пчелы? Экспортеры. Мы экспортеры будут, да. Мы здесь ради пчеловодов. Да, понятно. Ну, а мы... Поэтому давайте мы просто так поулыбаемся. Давайте, просто улыбайтесь. Ребята, мы да, конечно. Значит, спасибо вам за улыбки, за хорошее настроение. Будет желание, потом еще можем пообщаться. В конце можем поулыбаться. Ласка, давайте всю разу ми чисто відкриємо, а потім будемо ходити, ходити, скуплятися і все інше. Я вас вітаю. Молодий чоловік, це прекрасно. Скільки у вас сім'ї? Більше ста. Більше ста. На Фарфуне, на Данаскаром. На Данаскаром. Как часто вы посещаете такие мероприятия? Сейчас нет, но буду чаще, чаще. А кто у вас наставник, так сказать? Папа? Папа. Папа, да? Сколько? Дедушка. Дедушка, то есть у вас 12? Да, да. Я у ребят поколение. Пятое поколение? Меня зовут Вадим, настоящий, да, занимаюсь пчеловодством буквально года 3-4 занимаюсь, ну, приблизительно 4 года как стал заниматься, очень стало интересно этим, как бы, ну, приехал посмотреть, как здесь. У вас пчеловодческая династия или вы в семье один? Один занимаюсь, да, именно один занимаюсь, да. Как бы понравилось поначалу это все, ну и дальше развиваемся. Для вас пчеловодство это хобби или это дополнительный заработок? Как бы и хобби, ну и заработок. Как бы совместимо это все вместе. Как бы. Но в основном это вложения идут, а заработок уже на второй план отходит. Что-то приобрели сегодня на выставке? Нет, только нет. Приехали. Только приехали. А, только да. Приехали, да. Да, еще да. Ничего не видели? Нет, только прости. Ну тогда хорошо, хороший вам просмотр. Спасибо вам также. Ну, я вот дивился на входе поляки, это самое, лисоны, у них 4-рамочный полный автомат.
вас зовут? Меня зовут Сергей Игоревич Лепин. Откуда вы приехали? Кривой Рог. Кривой Рог. Вы посещали, ну, в Днепре уже выставки? Эта выставка вообще впервые, она так, впервые. На подобного рода выставки, да. Вот. В Харькове не были на выставке? Нет, еще нет. Да? Скажите, сколько лет пчеловодстве вы? Я только начинаю, третий год это. Третий год. Какая система ульев у вас? Дадан. Дадан. 12 рамочек. 12, и я перехожу на 10. На 10. Скажите, что вы подчеркнули вот с сегодняшней выставки? Что вам понравилось? Мне понравились вот эти полистирольные улья. Ага. Задумываясь над переходом на полистирольные улья. У вас деревянные? Еще, да, медогонки интересуют. Смотрю, медогонки и... Ну, в общем, инструмент, стамески, ага, все такое. Мне друзья тоже попросили купить им. Я вот приехал сюда, куплю им тоже. Понятно. Что вы советуете производителям? Вот, то есть, как вы производителям? От себя, я даже не знаю, что посоветовать. Ну, все делают как могут, стараются. Пускай стараются. Скажите, семья ваша принимает участие в работе вашей? Иногда да. Если я попрошу, то принимаю. Ну так, не активная, но принимаю. У вас династия или вы... Вот, нет, я сам решил. Так. Да. Папа, дед, у меня нет. Дед, папа не занимались пчеловодством. Дядя занимался. Дядя. Ну все равно что-то был, да. Правильно? Да. Ясненько, спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Виктор. Виктор. Виктор, скажите, пожалуйста, как часто вы посещаете такие выставки? Регулярно. Регулярно. Что вы подчеркиваете для себя нового здесь? Вот, допустим, на этой выставке, на сегодняшней? Ну, пчеловодство на месте не стоит, развивается. То есть что для себя подчеркнуть, что приобрести, спросить как бы. Уже приобрели что-то, да? Ну, конечно, конечно. Скажите, сколько лет вы в пчеловодстве? Ну, с детства. С детства вы. С детства. А сколько у вас пчелосемей? 200 есть. О, это хорошо. Да. Сколько меда вы съедаете в год? Примерно. Я не считаю. Ели все. Правильно. Мед надо есть для здоровья. Так. Сейчас. Что вы хотите пожелать пчеловодам? Пчеловодам хочу пожелать, чтобы цены росли на мед, как-то это было все нормально. И передаем привет закупщикам меда. И привет закупщикам меда. Ребята, хватит уже. Да. Мы передадим. Да. Сделайте нормальные стабильные цены, чтобы это было нормально. А не так, как биржи, прыгаешь туда-сюда, не знаешь, как тебе его сдать, когда что. Устали уже пчеловоды от вас. Да. В принципе, все. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Всего доброго. Добрый день. Добрый день. Представьтесь. Шульга Сергей Владимирович. Откуда вы приехали? Это поселок Петропавловка Дніпропетровської області. Спілка пасічників Петропавлівщин під назвою «Нектар». Создали ми цю спілку десь 2 місяці назад. У цій спілці около 40 чоловік нас. Ну, молода спілка, ми думаємо, що будемо розширятися. Всі любимо пчол, всі любимо мед, всі любимо їмо мед. І прогнозуємо. Я їм меду багато, дуже багато. Ну, їм мед десь 250 грам в неділю. Тому що я в сахарі повністю відказався, і кофе з медом, і чай з медом, все з медом. І до цього доводив свою сім'ю, ну трошки вони впираються, але я думаю, дойде до цього. Скільки у вас вчили сім'ї? У мене зайшло зиму, будемо казати, 42 сім'ї. Я почав серйозно займатися пчолами один рік. В прошлому році я зайнявся пчолами, але я з пчолами зв'язаний давно, у мене батько покійний займався пчолами дуже багато. Я сам, перша освіта в мене зооінженер, я знаю, що це таке, що це пчоли. Ну просто я працював на такій агрофірмі, що не було можливості мені займатися пчолами. Зараз я серйозно зайнявся, хочу розширитися. Тобто це ваш основний доход? Це мій основний доход буде і далі. Це не хобі, а це для мене бізнес. Да? Да, це буде для мене бізнес, тому я хочу розвинутися.
ну, поки я думаю 100, а там далі буде, далі. Так що для мене це дуже, дуже, дуже велика сім'я робота. Допомагає вам. Сім'я допомагає, теща допомагає. В общем, качають всі. Качають усі, так, да, допомагають усі, всі задіяні. Ну, сезон робимо ми із братом сестри, ой, братом жінки. Він мені допомагає повністю, молодець. І я думаю, що ми будемо розширятися, розширятися, розширятися. Далі буде, не знаю скільки, ну хочеться багато. Скільки здоров'я хватить. Дякуємо вам. Спасибо вам. Я хочу вам побажати здоров'я, вашому сайту розвиватися. І спасибо Олександру, вашому чоловіку, вам за те, що ви допомагаєте, що ви спомагаєте таких, як я, для покупок нових технологій, нових медогонок, все нове. Вам дуже дякую, спасибо. Скажите, часто вы посещаете такие? Ну, в этом году мы первый раз, вот.
как бы не было возможности на свои города выезжать. Ну, сам 5-й год занимаюсь мастером, а первый раз вот на выставке. Ну, так как времени позволяет. Скажите, что вы для себя нового приступили? Что бы вы хотели увидеть, что вы увидели? Ну, я для себя как бы приобрел разделительные решетки, немножко разрабатываю систему, систему навыки, маточного содержания, пытаюсь делать. Это очень эффективно, мне понравилось, я попробовал. Ну, как бы все в будущем. Сейчас не могу ничего рассказывать, как это происходит. Сколько у вас сначала семей? Ну, на сегодняшний день, вот как Александр Пасечник говорит, по весне считаем цыплят. Вот. Это пример? Ну, к примеру, где-то более 50 семей. Как система у него? У меня система корпусная, 15 равочных. 15 равочных? Да. Ну, у меня есть, конечно, и 10, и 12, и 14, вот и бежаки. От бежаку я отошел, вот пришел на 15. У вас сборная команда. Да, да. Ну, как бы я начинал, пробовал сразу. Вариант остановился на 15 равочных на сегодняшний день. Мне понравилось, в данный момент на этой системе. И использую разделительные решетки, добавил на 12 рамочек, немножко 10 рамочек. Вам помогает только маленький пасечник или вся семья? Вся семья, жена обязательно. Участвует обязательно, в этом процессе, да? Она помогает во всем, что может мне помочь. Ну, вот. Сын, конечно. Конечно, это вообще будущий пчеловод, да. Скажи, кем ты хочешь стать? Громче говорить. Громче говорить. Громче. Пчеловодом хочу. Пасечниками, ученым говорить. А, ученым? Да, да, ученым, да. Пасечником. Говорит, вот куплю микроскоп, буду следить за пчелками. И маток выводить, да? Ну, маток, конечно, тоже буду. Ну, немножко приобретаем. Вот. Александра Тарасова. Ага, Тарасова, ой, это наш друг. Да. Я знаю, я у него как-то раз случайно купил, 3 года назад. Мне понравилось, потому что своим товарищем называл Сережа Просторович. Да, знаю. Мой друг вот, с детства. И вот наш район, как мы перешли к Александру, ну, нам понравилось. Его матке он очень нравится. Мы остановились на его. Ну, конечно, местная тоже не отходит. И местная тоже неплохо. Она зимует хорошо, вот, но отходить как бы и не хочется от местной. Ну и породистая тоже. Скажите, пчеловодство для вас – это хобби или заработок, или все вместе соотнесено? Это как бы до прошлого года это было хобби. Да. А в этом году как бы уже перерастает моя основная работа. То есть уже какая-то копеечка? Да. Потому ну, мне очень нравится. Мне, когда я начинал, я 3 года книжка лежала по пчеловодству. Я не мог ее прочитать, потому что работа. Ну, как-то случайно Сережа пресекнулся, увидел, все, это как магнитом притянуло туда. Я не мог тебя. Да, пчелы завораживают. Я сама люблю смотреть и все это. Ну, это как, я читал не книгу, вот там написано, что они как-то, как гипноз. Магически. Да. Я первый раз как бы боялся к улику подойти, ну, я не боялся с детства пчел, но когда открыл, туда посмотрел, все, я забыл про все. Это любовь. Да. Все, спасибо вам большое. Да? Мы не Бойцовская область, это Запорожье. Пасека, ну, 2 пасеки находятся на границе, получается. Ну да, на Николай Поле, это Запорожская район. И не Бойцовская область. Это 255, ну плюс 10 матов. Мы не расширяемся, получается, что 3 года 50 семей, 55, ну еще 5 добавлю. Вам пока хватает? Да, 60 пока больше не хватает. Там дальше. Спасибо. Спасибо вам. Мне приятно. Здравствуйте. Меня зовут Константин. Откуда вы приехали? Здесь, из Днепра, я местный житель. Пчеловод? Да. Семейство? Чуть больше 20. Сколько лет вы занимаетесь? 7 лет. Сейчас вы ощущаете?
только здесь, по месту жительства. Да, семья это смотрит. Все дружно приезжают на качку. Это хобби, с помощью которого немножко пополняется семейный бюджет финансово. Ну и, естественно, любовь к пчелам. Без этого пчеловодством невозможно заниматься. Все интересно, что про такие самые ошибки делал. Интересно. Жду каждый раз, сижу, мониторю, новое видео. Вот эти наши ошибки не повторяйте. Не, все равно получается. Ну, смотрю, какие у вас были, думаю, у меня такие же были. Да. Сколько ошибки? Сейчас проблема не повторять. У меня в прошлом году.